श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी अगोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्तम् बिंदावनम् मनोहरम् पांचाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वये नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम सदा परिभवग्नम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचनुतम शरण्यम भीतात्तिहम पनुतपाल भवाद्दीपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाया विस्फुरजित किमपि गववधू शिवदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनय कपितरो कमलायुताक्षु विशांबरो द्विजवरो जगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजम् सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानुषिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Etad nibritto mananam michatam akuto bhayam jaginam niponirnitam harirnama nukirtanam. Etad nibritto mananam michatam akuto bhayam jaginam niponirnitam harirnama nukirtanam. Gaudiya Goshtipati. Shri Srila Bhaktisiddhanta. Сарасвати Госвами Такур Прабхупада, Парамамса Джагадгуру, сказал, мы работаем как почтальоны, и какое бы послание не было послано из Вайкунта Джагата, мы доставляем вам это сообщение. Не как-то по-другому. Годи Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамамса Джагадгуру, сказал, мы всего лишь приняли на себя ответственность почтальонов. Мы почтальоны, и какое-либо послание не было послано из-за Пракрита Джагата, мы его вам доставляем. Мы ничего не имеем никакого отношения к этому. И если почтальон доставляет какое-то послание негативное, опасное, то в этом нет вины почтальона. Вы не можете начать сражаться с почтальоном. Почтальон вам всего лишь приносит письма. Это не ответственность почтальона. Может быть, вы получаете какое-то хорошее сообщение, которое вам приносит счастье, или сообщение какое-то, которое вас пугает. И почтальоны, они к этому никакого отношения не имеют. И Прабхупада говорит, посланники из Вайкунтхи, они приходят в этот мир, и они остаются на связи с Апракрита Джагат, то есть с духовным миром. Как будто у них есть связь по антенне. Прабхупада говорит, те, кто приходят сюда из Вайкунтхи, они связаны с Вайкунтхой, с духовным миром, и автоматически Шабда Брахма является на их языках. И они вам дают то или иное послание, и они ничего не придумывают. Не то, что они там что-то придумают, какое-то новое сообщение свое собственное, нет. И люди обычные, те, кто находится в неведении, они не знают, что такое Пракрита Шабда Брахма. Прабхупада, он как говорил, что, как правило, самая огромная проблема, то есть проблема заключается в том, что люди не могут понять, что такое Апракрита Шабда Брахма, а что такое Пракрита Шабда Брахма. Махапрабху, он нам никогда не давал такие наставления практиковать материальную шабду. Махапрабху такого не говорил. То есть он нам не наказал практиковать Пракрита Шабду. Он нам наказал практиковать Апракрита Шабду Брахму. Но мы не понимаем. Мы не понимаем, что такое Пракрита, а что такое Пракрита Шабда. У нас нет понятий базовых. У нас нет малейших базовых понятий. Как понять, что это Апракрита Шабда Брахма, а это Шабда материальная? Вы можете увидеть, что после слушания материальной Шабды вы не чувствуете как никаких реакций, то есть вы можете слушать, но на вас это никак не влияет. После прослушивания Пракрита Шабды, то есть в форме Харикатхи, то есть когда вы материальное звучание может попасть в ваши уши, переодевшись Харикатхой, материальная Шабда может явиться в вашу жизнь под прикрытием Харикатхи, но вы не разберетесь в этом. Если вы не поймете разницу между Пракрита и Апракрита Шабдой, тогда
Если вы не поймете этой разницы, это вы будете в опасности. А Пракрита Шабдабрама, она влияет на сердце слушателя непосредственно. После слушания Пракрита Шабдабрамы вы можете почувствовать переворот внутри. Я никогда такого не слышал. О, о чем он говорит? Я слушаю что-то новое. Нет, это не новое, это ты новый, твои понятия, представления новые, поэтому ты не знал ничего об этом. Всю жизнь ты не совершал, на протяжении всей своей жизни ты не совершал сатсангу, поэтому для тебя это что-то новое. Я уверен в этом. Бхактина Такур пишет, что существует определенный процесс. А как совершать сатсангу? Не то, что я просто должен сесть перед саду и сидеть там перед ним. Нет, это не сатсанга. Если вы безразличны, если ваш ум отсутствует, это не санга. Это точно не санга. Гокарнаджи Махарадж, он рассказал Бхагаватам перед, ну, то есть тысячам людей он прочитал Бхагаватам. И Дундукари, он, ну, призрак Дундукари, он слушал Харикатху также. Но по завершении Харикатхи, Вайкунта Паршады, они пришли и забрали, они с собой взяли только всего лишь один летающий корабль для Дандукари, то есть они только Дандукари забрали с собой. И тогда Гокарнаджи спросил, а почему вы только с собой взяли один корабль, столько много людей слушало, а вы забираете только Дандукари? Почему вы не взяли с собой другие корабли для тех, для остальных, кто слушал? И Вайкунта Паршады ответили, смотри, да, они слушали, но они не переварили. Они прослушали Бхагаватам, но они это не переварили. У них не вышло переварить эту Харикатху, они ее не усвоили. У них не вышло этого, поэтому они не пойдут на Вайкунту. Но те, кто после прослушивания Харикатхи задумывается, о, что же я услышала, как же это применить в жизни, тогда вот такие люди достигнут успеха. Махапрабху нам никогда не давал такого наказания воспевать материальный звук. Он всегда говорил об Апракрите Шабдабрамме. День и ночь во время сна, еды, принятия душа, постоянно повторяете имена Кришны. Не существует каких-то определенных правил по поводу повторения Харинамы. То есть вот в это время вам стоит повторять, а вот в это время не стоит. Нет, Харинам нужно повторять постоянно. Махапрабху хотел нас научить, показать, какой результат приносит саду-санга. Когда Санатана Госвами спросил Махапрабху, пожалуйста, объясни мне эту шлоку от Марамаси Мунайо. Я слышал, что ты дал 18 разных объяснений на эту шлоку. И Махапрабху он тогда ответил, вы не можете сконцентрироваться на этом моменте, потому что ваш ум, он нестабилен. Но Махапрабху сказал в тот момент, погоди, благодаря твоему общению, сколько я вспомню. И это самый жизненно важный момент в данном случае. То есть благодаря твоему общению, благодаря твоему присутствию, что я вспомню, дай-ка мне посмотреть. И Махапрабху, он сказал, это все благодаря твоему чистому общению. Волны
накрывают меня, и новые и новые объяснения шлоки исходят. Махапрабху, он прославил Санатану. Он сказал, что это все благодаря тебе, потому что ты меня вдохновил на то, чтобы я все больше и больше объяснил. То есть общение очень важно. Махапрабху дал 64 различных объяснений на эту шлоку. То есть если вы будете совершать асатсангу, зная или не зная этого, то вы не получите результата. Махапрабху в лилах, в Навадвипа-лилах, как называется, мать жены, свекровь. Свекровь, она спряталась под кроватью, потому что она хотела поучаствовать в санкиртан-расе Махапрабху, она хотела услышать этот киртан. Попытайтесь понять этот момент. Это очень важный момент. Махапрабху, он неожиданно сказал, сегодня я не получаю наслаждения, которое я обычно получаю. Шрива, что случилось? Не, ничего, все нормально, все как всегда. Не, я что-то, я не так, нет у меня такой радости, которую я всегда получаю. Проверь, что-то тут не так. И тогда Шривас Пандит, он обнаружил свою свекровь под кроватью. Тогда он ее схватил и выбросил, ну, в смысле, выкинул наружу. И это доказывает, что санга, она влияет на харикатху, на киртан. Когда чистота повсюду, то харикатха, она становится превосходной, совершенной. Но когда кто-то, кто слушает, он ну, нечист, то тогда это влияет на харикатху. Шукламбар, если я правильно поняла вот этот смысл, Шукламбар Брамачари был чистым преданным, но тем не менее Махапрабху его отругал. Что ты думаешь? Ты хочешь увидеть мой санкиртан, поучаствовать в санкиртан-расе, ты что думаешь, что только потому, что ты пьешь молоко, ты квалифицирован для этого? Ты думаешь, что ты добился такой квалификации, ты совершаешь различные аскезы, ты думаешь, этого достаточно? Даже демоны, они совершают аскезы. Но какова их конечная цель в Ритрасу, Рикасур, Раван, Кумбакарна, Хираньякша, Хираньякашипу? Все они совершали аскезы, но для чего? Чего они добились этим? И наш Шукадев Госвами, он стал прославлять Парикшита Махараджа. Шукадева Госвами, он стал прославлять своего ученика Парикшита Махараджа. Твой вопрос, он совершенен. Твой вопрос, он просто превосходный. И твой вопрос, он настолько абсолютен, что мы задаем себе такой вопрос, почему все и каждый не задают такой вопрос, почему все дживы не спрашивают это об этом. Этот вопрос, он трансцендентный, апракрита. И трансцендентный вопрос — это также апракрита шабда брахма. Вопрос, который является апракрита, он также апракрита шабда брахма. Вопросы санатаны о смысле жизни, они тоже апракрита. И апракрита вопросы, они провоцируют апракрита шабда брахму. То есть тот, кто говорит харикатху, он вдохновляется на ответить. Твой вопрос, он это вопрос, который признали все атмавииты.
Этот вопрос, он абсолютный. И этот вопрос, он привлекает мое внимание, то есть внимание того, кто будет говорить. После чего Шукадева Госвами, он сказал, твой вопрос, он превосходен. Ты хочешь узнать самый легкий способ совершать, баджан, при помощи которого ты можешь достигнуть абсолютного блага. Люди, они смертны. Все умрут. Поэтому Парикшит Махарадж, он задал такой вопрос. Ты мне можешь поведать самый простой способ, то есть те, кто на грани смерти находятся, то есть чем они должны заниматься. И тогда Шукадева Госвами ответил вот этой шлокой. Совершай Харинама Анукиртана. Посмотрите обсуждение Бхагаватам произошло по Бхагаван Шри Кришна, он только покинул землю, планету. То есть Парикшит Махарадж это он слушал, ну, немного времени прошло после ухода Кришны. И то есть сколько времени прошло с того момента, а из чему нас хотел научить Махапрабху? Санкиртану. Это на бенгали киртан. Освободиться от уз майи, чтобы освободиться от оков майи, то есть освободиться от оков майи очень просто. Просто предайте саду и продолжайте воспевать святые имена. Это самый простой способ. Кришна нам. И Шукадева он сказал то же самое. Харирнама Анукиртанам. Харирнама Анукиртанам означает, что киртан не должен быть своевольный, своенравный. То есть вы взяли каратылы и запели. Харирнама Анукиртанам — это значит, что вы должны совершать киртан без перерыва. И в этом заключен очень глубокий смысл. Вы никогда не слышали такого. Вы никогда такого не слышали. Наша атма она всегда хочет произносить имя Кришны навеки вечные. Но сейчас атма, она покрыта. И сегодня с утра, в обсуждении Бхагаватама я вам покажу, Шукадева Госвами, он сказал такие слова. В данный момент говорит Кришна с Удовой. Весь Бхагаватам его проговорил Шукадева Госвами, а далее Бхагаватам он был рассказан Сутадева Госвами. То есть вы можете запутаться. Но в данный момент мы обсуждаем по утрам, как Кришна, он разговаривает с Удовой. В общем, Кришна говорит Удове, если ты заткнешь себе уши пальцами, ты услышишь звук, Ом внутри тебя. Закройте себе уши, попробуйте сегодня вечером. Вы услышите звук. И это вечное звучание. Это практическая вещь. В общем, Шукадева Госвами, он сказал то же самое. Нама Санкиртан, но Нама Санкиртан не обозначает, что обусловленные души могут сесть и заиграть на инструментах и запеть. Нет, обусловленные души, когда они воспевают, пытаются воспевать это имена, это
бессмысленно, то есть нет никакого результата. Я думаю, что они никогда не читали Бхактивинода Такура, иначе почему они должен во время киртана должен присутствовать чистый преданный, а когда вы идете на Нагар Санкиртан, по крайней мере один саду должен присутствовать чистый преданный. Если нет такого саду в Нагар Санкиртане, то такой Нагар Санкиртан он бесполезный. То есть если Нагар Санкиртан он организован обусловленными душами, когда обусловленные души берутся за караталы и мриданги и начинают играть на них, то что они будут произносить? Они будут произносить материальный звук. Это здравый смысл. Обусловленные души, что они могут произнести? Они не могут произнести Харинам. Чистый Харинам появится только тогда, когда вы освободитесь от Майи. Полностью, когда вы освободитесь от Майи. Сейчас вы не можете произнести Харинам. Обусловленная душа в обусловленном состоянии, какой киртан она может совершать? Материальный. Она будет произносить материальный звук, и этот материальный звук войдет в уши материалистов, обычных людей, которые гуляют по улицам. Они будут слушать материальный звук. Те, кто совершают киртан, они наполнены камой, они осквернены, они полны анарт. И в шастрах написано, те, у кого кама и анарта, когда они поют харикатху, говорят харикатху, воспевают киртан, такой киртан может осквернить ваши сердца. Это научные заявления, то есть у вас нет никаких оснований со мной спорить на эту тему. Материальные люди, преисполненные анарт, когда они совершают киртан, какой киртан они могут совершать? Материальный. И те, кто услышит этот киртан, они осквернятся, прям как вирус, корона повсюду распространяется. И об этом говорится в шастрах. Авайшнава Мукхад Гирам. В Падмапуране написано, те, кто не вайшнавы, и те, кто произносят, пытаются говорить харикатху, несмотря на то, что харикатха сама по себе — это нектар, амрита, но она оскверняется их камой. Когда кто-то имеет каму, когда он говорит, пытается говорить харикатху, то он оскверняет харикатху своей камой. И эта кама входит в ваши уши, и вы оскверняетесь. И шлока говорит об этом. Когда до нектара дотронулась змея, он стал ядом. Это таково правило. Нельзя слушать от невайшнавов. И дается пример. Предположим, вы поставили сосуд с молоком в своей комнате, ну, на веранде, и вы не знали, но приползла змея, и она дотронулась до этого молока. И вы тогда берете это молоко, вы его кипятите на огне, предлагаете Бхагавану, пьете и умираете. Вы не знаете, но до него дотронулась змея. Но вы не знали об этом. Пока оно там стояло, молоко, до него дотронулась змея, и она осквернила молоко ядом. То есть молоко — это совершенная пища, ну, совершенный продукт. Молоко, оно полное. Я могу жить годы, выпивая только молоко и ничем больше не питаясь. Возможно, выжить на молоке. В молоке нет только железа. Все минералы там присутствуют, но железа там нет. То есть молоко, ну, железо вы можете получить через воду. Молоко — совершенный продукт.
В этом нет, никто об этом не спорит. Но почему молоко меня убивает в конечном итоге? Потому что оно было отравлено змеей. Змея дотронулась до этого молока. И тот же самый пример дается в Падмапуране. Нельзя слушать от тех, у кого кама, те, кто не вайшнавы. Результат будет подобен тому, когда вы выпьете молока, до которого дотронулась змея. Вы не можете пожаловаться, что молоко — это какой-то нехороший продукт. С молоком все в порядке, ну, по сути. Но его отравила змея. И точно так же, когда оратор говорит харикатху, и он, у него кама в сердце, он оскверняет харикатху, и тогда ваши уши, вы даже об этом не догадаетесь, войдет кама, и у вас будут проблемы. В Харибхакта-вилас также говорится, и эта шлока тоже, она приводится в Харибхакта-вилас. И Санатана Госвами Пад, он также там пишет, Санатана Госвами пишет, если вы получили мантры у гуру, который не вайшнав, а вайшнав, или у какого-то демона в одеждах вайшнава. То есть, предположим, вы взяли мантры не в правильном месте, не у правильного источника. Вы взяли мантры в каком-то оскверненном источнике. Санатана Госвами, он пишет, он цитирует шлоку, что если вы возьмете мантры у невайшнава, вы попадете в ад. Вы невинные, вы не знали этого, но тем не менее вам придется отправиться в ад. Браджет — это значит, что это произойдет несомненно. Криет, браджет, вашет. Это бидилинга, это, в общем, подтверждение, это эксклямация. То есть, если вы поняли, что вы взяли мантры в неправильном источнике, то вам нужно будет найти вайшнава и взять у него мантры снова. Ну, то есть, снова взять мантры, теперь уже у вайшнава. И если у вас нет такого, такого шанса, тогда вам нужно связаться, то есть выйти на связь с Бхагавата Парампарой. Вам нужно следовать вайшнавам, чтобы, то есть ваша мантра Парампара прервалась. Поэтому вам нужно, как сказать, залатать вот этот перерыв и присоединившись к Бхагават Парампаре. И существует очень много шлок, которые говорят об этом. Вы, может быть, расстроитесь, слушая эти шлоки, но вам придется их послушать. Вы, может быть, не сделали ничего плохого. Ну, может быть, вы что-то сделали плохое в предыдущей жизни, а иначе почему бы вы получили такого гуру? В шастрах написано. Джо Бхакти, тот, кто говорит, Бхакта, тот, кто... Те, кто говорят неправильную сиддханту, кто пишут, запишите эту шлоку и найдите ее значение, потому что вам не будут о такой шлоке рассказывать. То есть тот, кто говорит какую-то непонятную сиддханту, которые, те, кто вас отклоняют от правильного пути, то есть и те, кто говорят, и те, кто их слушают, они все отправятся в ад. Акшая-кал. На Акшая-калы вам придется попасть в ад. И нет никаких
нельзя совершать компромиссов. Я знаю, что вам жалко, что у вас есть какие-то эмоции. Вы можете их себе оставить, но вам придется послушать это все. Ваши эмоции, они могут вас убить. Вы можете превратиться в духовных мертвецов. Не может идти речи ни о каких компромиссах. Я вам уже неоднократно сказал, что когда я опускаюсь до компромиссов с сахаджимами, например, тогда мне придется пожертвовать чем-то хорошим для того, чтобы принять что-то плохое. Когда две партии политические, они обсуждают что-то, они могут прийти к какому-то компромиссу. То есть две партии, они должны согласиться в чем-то. То есть кому-то придется что-то, чем-то пожертвовать. И, например, когда страны тоже ведут переговоры, тоже кому-то приходится идти на компромисс, кому-то приходится принимать что-то негативное и отдавать что-то позитивное. Но компромисс в духовной жизни, он невозможен. Джива Госвами Пад, он написал в Сандарвах, что существует два вида ораторов бхакта. Не бхакта преданный, а бхакта. Два вида ораторов существует. Сарага и нирага. Бхакта значит тот, кто говорит. Один оратор, он говорит для того, чтобы получить лаба пуджа пратишту. Признание, славу, почет. Прям как Наротам Такур в Киртане написал, я путешествую по всей стране, чтобы прославиться. Наротам Такур написал 500-550 лет назад, я, ожидая денег, почета и славы, я путешествую повсюду. И у меня вот такое есть желание. Джива Госвами Пад пишет, те, кто обладает желанием лабы пуджи пратишты, они очень хитрые. И они таким образом все преподносят, их вся речь построена таким образом, чтобы добиться своих целей. И в настоящие дни мы живем, это эра рекламы. Саду, он не нуждается в рекламе. Автоматически его жизнь, его реклама, она будет сделана. Когда кто-то совершает неправильную проповедь, например, в интернете, просто проповедует о чем-то неправильном, если нет противостоящей силы этому, то что же делать? То есть, и несмотря на то, что чистый саду, он не нуждается в рекламе, он это все. В данном случае речь ведется о жизни и смерти. На духовном уровне они могут погибнуть. Чистая харикатха, если вы будете распространять чистую харикатху Бхактинат Такура Прабхупаду, они также могут воспользоваться прогрессом технологическим. Не только демоны могут пользоваться технологиями. То есть очень хорошо распространять харикатху чистую. Джива Госвами Пад в Сандарвах написал вот эту шлоку. Существует два вида ораторов. Первый вид — это оратор, который в Сандарбе. Два вида ораторов. Первый, у него желание есть, у него
он все таким сладким образом преподносит нам. То есть он очень хитрый. А второй оратор, он не заинтересован в Лаба-Пуджа Пратиште. Его харикатха, она только для того, чтобы удовлетворить Бхагавана. То есть такой оратор харикатхи, он ее говорит только для того, чтобы удовлетворить Бхагавана. У него нет желания получить пратишту. У него нет желания пратишти. Это значит, что он обладает тринадапи, он скромен. И Джива Госвами Пад, он нам дает такое наставление. Не позволяйте первому виду ораторов садиться на Вьясасану. Не позволяйте тем ораторам, которые обладают камой, садиться на Вьясасану, чтобы ее осквернить. Вьясасан, он может быть украшен только чистым саду. Если, может быть, это не Парамаамса, по крайней мере, он должен быть Мадхья Мадхикари. Если это не Парамаамса, по крайней мере, он должен обладать уровнем Мадхьям. Хорошо, не Парамаамса. Когда Парамаамса, он садится на Вьясасан, это самый оптимальный вариант, как в случае Шукадева Госвами. Шукадева Госвами, он самый высший Парамаамса. Парикшит Махарадж его занял в этом служении, Бхагаван также. То есть это более практично. Но Мадхья Мадхикари высокого уровня может также сесть на Вьясасану. И это наставление Джива Госвами Пад. И в настоящее время никто не следует этому наставлению. По теории, как бы все, ну не все, остается эта теория, в общем, вот это наставление. Бхактинод Такор говорит, что теория, она вся написана. Все уже написано, но на практике никто не применяет эту теорию. Бхактинод Такур пишет, вся теория уже написана, но на практике ее никто не применяет. Поэтому, если вы услышали мантру из неправильного источника, вы должны исправить эту ошибку. И если вы будете слушать харикатху из уст невайшнава, вы попадете в ад. Посмотрите, это так опасно. Чистые преданные, чистая среда, чистый прасад, чистый киртан — это такая редкость, такая большая редкость. Это не шутки. Шри Чайтанья Махапрабху во время всех своих игр, что в Нилачале, что здесь, он никогда не хотел разрешать, ну, то есть он никогда не позволял асатсангу, не допускал никакой асатсанги. Почитайте Чайтанья Чаритамрита, Чайтанья Бхагаватам. Возможно, кто-то был беден, очень беден. Возможно, кто-то был мусульманского происхождения, например, Харидас Такур. Сейчас Харидас Такура мы не можем назвать мусульманином, он великий преданный. То есть Махапрабху, он не смотрел на эти моменты, кто где родился. Махапрабху, он только придавал значение сердцу, положению преданного. И много преданных из низших каст, они приходили к Махапрабху. Махапрабху смотрел только на их сердца. В лилах Навадвипы, что говорить о Нилачал лилах? Даже в Навадвипе лилах Махапрабху себя вел как обычный человек. И он жил семейной жизнью, был грихастой. Также он был студентом, и он никогда не разрешал асатсангу. Вот почему Прабхупада сказал, где-то около 7 дней назад я вам сказал, что Нитьянанда Прабху, он открыл рынок Харинама на Махату. Нитьянанда Прабху открыл на Махату базар Харинама, рынок. И Бхактинод Такур, он назвал себя подметальщиком на Махаты.
Махапрабху, Бхактивинод Такур, он себя назвал подметальщиком Намагаты. Бхактивинод Такур. Бхактивинод Такур, он защищает Намагату от осквернений. Он не позволяет осквернениям попасть в Намагату. То есть он метлой сразу же выметает эти все осквернения. Это Намагата. Это Намагата. Махапрабху Нитьянанда, он вдохновил продавать харинам, а цена, что является ценой, чтобы купить харинам, это шрадда. Там те места, где воспевается харикатха, это намагата. И намагата не может быть загрязнена. Но и загрязнения, вот эти вот осквернения, они сами и уйдут, улетучатся, потому что не могут люди переводить такую харикатху. Когда вы начнете воспевать имя Рамы, то призраки, они сразу же уходят, они не могут перенести имени Рамы. Поэтому не все обладают силой переварить харикатху, поэтому они не задерживаются в таких местах. Бхактивинод Такур написал, что вся теория, она уже в шастрах написана, но никто не хочет применять эту теорию на практике. И Джива Госвами Пад, наш Махапрабху, Шриман Махапрабху, он постоянно говорил о вот этих вот двух вещах. Первое — это чистая садусанга. И когда речь шла о каких-то осквернениях, как в случае с Джагай Мадай, то этот вопрос решался. То есть Нитьянанда Прабху, он попросил Махапрабху, он сказал, потому что Махапрабху уже призвал Сударшан Чакру, Джагай Мадай, они напали на Нитьянанду, они ему разбили голову, и Нитьянанда он закровоточил. И Махапрабху, увидев это, он стал просто огнем, призвал тут же Сударшан Чакру. Тогда Джагай Мадай, они увидели Сударшан Чакру, и Сударшан Чакра был готов уже отрезать им головы. Но Нитьянанда Прабху, он схватился за лотосные стопы Махапрабху. Он сказал: «Это твое обещание, в этом воплощении ты не можешь браться за оружие, твое единственное оружие — это санкиртан». И тогда по просьбе Нитьянанда Прабху, Махапрабху, он отозвал Сударшан Чакру. После чего Джагай Мадай, они попросили прощения. И по желанию Нитьянанды, Махапрабху, он изменил их сердца. И после того, как они изменились, они стали великими преданными. Оба, Джагай и Мадай. Оба они стали великими преданными. И они спросили у Махапрабху: «Как мы узнаем, что ты нас простил? Какой признак у этого?» И Махапрабху сказал: «Знаете, там есть гад один, сейчас он называется Джагай Мадай гад. Во время гора Мандала Парикрамы мы посещаем это место. Махапрабху наказал им: вы можете подметать этот гад, очищать его. Гад — это место, куда люди приходят, чтобы принять омовение, там лестница есть. Вы, в общем, подметайте это место, убирайте его, и те, кто туда приходит, вы просите у них прощения. То, что мы сделали до этого, пожалуйста, простите нас». То есть, кто бы ни приходил на этот гад, просите у всех прощения. Матаджи, ребенок, пожилой человек, неважно. У всех просите прощения. Пожалуйста, извините нас, мы совершили столько много ошибок, простите нас. Вот эту севу Махапрабху дал Джагай Мадаю. То есть принимайте просад и потом возвращайтесь на гад и убирайте его. Что это означает? Означает: чистите свое сердце. Очищение намагаты означает очищение сердца. Четадарпана Марджана.
Vaitaranam Vidvavodur Jeevanam Anandam Vidivardhanam Patipadam Purnamitva Svadhanam Sarvatma Snabhanam Param Vijayata Sri Krishna Sankirtan. So Sri Krishna Sankirtan Шри Кришна Садкиртан — это самый простой способ, при помощи которого вы можете очистить. Что уж и говорить об очищении, можете заполучить наивысшие, то есть достигнуть наивысшей цели Кришнапремы. Это хотел Махапрабху нам показать. Махапрабху, он показал нам все вот эти вот вещи в Навадвиплилах. И был один каджи, и Махапрабху, он созвал процессию, и вся вот эта вот толпа отправилась к дому каджи с факелами. И они пришли домой к Кази, кто был мусульманским правителем. Махапрабху при помощи Санкиртана решил все проблемы. Махапрабху, он не использовал чакру и оружие. И в тот момент, когда он практически уже призвал Сударшан чакру, Нитянанда его отговорил. И то есть это та аватара, которая очищает всех посредством Харинамы Санкиртана. И в лилах Нилачалдама вот мы уже услышали о том, как Махапрабху спас Сарвабам Бхаттачарью. Такие крепкие узы майи. Материалисты, которые живут обычной жизнью, они ничего не понимают. То есть они связаны, они в узах майи, но в майяваде их узы, они еще более сильнее. Материалисты, они совершают просто материальную деятельность, они связаны узами майи, но майявади, их ситуация, она такая опасная, что никто не может их освободить, потому что они оскорбители лотосный стоп Кришны. Махапрабху об этом сказал. Махапрабху сказал, майявади, они оскорбители Кришны. Почему? Один брахман в Варанаси, я вам между делом расскажу об этом, и вы поймете тогда. В Варанаси был один брахман очень хороший, и он пришел к Махапрабху, поклонился ему. Он любил Махапрабху. И он сказал, когда я встретился с майявади, Пракасанандой и так далее, мне они сказали, что Чайтанья, он знает черную магию. Пракасананда не звал Чайтанья Махапрабху, он никогда не звал его Шри Кришна Чайтанья. Он его называл Чайтанья. То есть брахман сказал, смотри, группа, вот эта вот команда майявади Пракасананда, они никогда не называют тебя Шри Кришна Чайтанья. И они говорят, не ходить к тебе, потому что ты обладаешь черной магией. Ты падешь, говорят они. Чайтанья, он знает черную магию. Все, кто на него смотрит, они попадают под его контроль, под его влияние. И в тот момент тот брахман, он спросил Махапрабху, то есть чтобы, ну, в поддержку этого Сиддханта Вичара, то есть брахман спросил, «Прабху, я хочу...» Брахман спросил Махапрабху, «О Махапрабху, почему эти майявади, они не могут сказать Шри Кришна Чайтанья? Почему они всегда говорят Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья? Когда я с ними встречаюсь, они всегда говорят Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. Они никогда не называют тебя Шри Кришна Чайтанья. Почему они не могут произнести твое целое имя?» И Махапрабху ответил, «Это потому, что они оскорбители Кришны. Кришна нам, он не является на их языках. Они могут только произнести Чайтанья, потому что имя Чайтанья, оно связано с их философией. Брахма, Чайтанья, Майя, Джива.
этот термин, который они используют. Поэтому Чайтанья, они могут сказать, но они не могут произнести Кришна. Поэтому узы Майявади, они самые крепкие. Положение Майявади, оно очень опасное. То есть положение Майявади никогда не может быть исправлено. Махапрабху, он спас Сарвабхаум Бхаттачарью. И он сказал, это одна из причин, по которой я прибыл в Нилачал. Махапрабху, в общем, изменил Сарвабхаума. Сарвабхаума стал преданным, он получил прямую милость непосредственно от Махапрабху. И Махапрабху устроился в Гамбире. И Махапрабху, но мы обсудим те лилы, которые Махапрабху, чтобы исполнить эти лилы, Махапрабху, он принял прибежище в Гамбире. То есть мы это обсудим позднее, постепенно. Однажды Махапрабху подумал. Махапрабху подумал, я хочу проверить Сарвабхаума Бхаттачарью, сколько у него веры в Бхагавана, в Гуру и Вайшнав. Я устрою ему проверку. Тогда Махапрабху очень рано утром сходил на Даршан Джаганнат Мандир и получил там прасада, то есть зерновой прасад. И взял также тулси и так далее. Он поместил это себе в одежде, этот мешочек. То есть он очень-очень рано, перед рассветом, он прибыл домой к Сарвабхаума Бхаттачарье. Сарвабхаума Бхаттачарья в тот момент, он поднимался. То есть из Сарвабхаума, он, услышав воспевание «Харе Кришна», он поднялся. И он увидел Махапрабху, и он предложил свои поклоны, после чего Сарвабхаум Бхаттачарья, он даже не умылся и не принял омовение. Вы должны помнить, что он браман. Он браман, был браманом, но у него не было веры в Бхагавана. То есть это значит, что когда нет веры в Бхагавана, невозможно быть браманом. Но я говорю, что он был браманом, потому что он родился в семье браманов. Он был майявади. И несмотря на то, что до этого он был, поддерживал все правила и предписания, то есть он следовал всему тому, чему следуют браманы. То есть он этикет поддерживал, чистоту, когда принимал прасад. Не могу я это назвать прасадом, потому что они майявади, они не верят в прасад. Но тем не менее, он внешне он родился в семье брамана, но он не был браманом, когда он был в майявади. Но когда он стал вайшнавом, он стал браманом. В 100 рупиях, 50 рупиях они уже там есть. Поэтому тот, кто вайшнав, он, конечно же, и браман. Браман — это предварительные качества, которые необходимы, чтобы стать вайшнавом. Если нет веры в Вишну-таттву, тот, кто не обладает верой в Вишну-таттву, не может быть назван браманом. Тот, кто не верит в Вишну и вайшнаву, он не браман. Браман, у которого священный шнур, и у него все признаки браманов есть, но он не верит в Вишну, в Вишну-таттву, он не браман. В то время как человек, происходящий родом из самой низшей касты, свапач, тот, кто собак ел. Свапач — это значит тот, кто ранее питался плотью собак.
Сва значит собака, кута. Пач значит готовить. То есть те, кто до этого готовили плоть собак, и они принимали это. На Рождество, если вы зайдете в интернет, вы увидите в Таиланде, там и там вешают собак, котов, кошек, они этим питаются. Однажды кто-то мне показал такую картинку: «О, Махарадж, смотри, у них Рождество». Ну, то есть едят собак, кошек, и каждый может купить себе тушку в зависимости от вкуса. А в Китае варят заживо мышей и кушают. Ну, не заживо, я не знаю, но, в общем, это варят мышей и едят тут же. В общем, там вы можете отведать всего, что только не пожелаете. Свапач означает тот человек, кто в прошлом он готовил собак. Брат Махарадж, он рассказывал обычно вот эту историю. Люди племенные, они на праздник, как правило, раздают торт. Но Бхарати Махарадж, он рассказывал, что они ловят собак, здоровых собак, и они разрешают этой собаке наесться всего подряд всяких вкусностей. И потом они избивают, вот эти вот представители племени, они избивают собаку, то есть собака потом в конечном итоге после долгого избиения умирает, после чего они обжаривают эту собаку, устраивают огонь и обжаривают со всех сторон. После того, как обжарка закончилась, они снимают собаку с костра, открывают ей живот и достают все, что было съедено этой собакой. И для них это становится все таким вкусным, как торт. Кутапита. Это называется торт. И так делают. Бхарати Махарадж рассказывал этот пример. То есть в племенах вот таким занимаются, вы даже не знаете, даже не догадываетесь. Они очень находятся на большом расстоянии до цивилизованного общества. И до сих пор существуют такие племена, которые, когда встречают какого-то джентльмена, цивилизованного человека, они просто его убивают, они могут его убить. Махапрабху предложил Сарвабхаума Бхаттачарье прасада. Сарвабхаума, он даже не принял омовение, даже зубы себе не почистил. Он просто поднялся и сидел на кровати. Махапрабху зашел, и Сарвабхаума предложил ему поклоны. И Махапрабху, он дал ему несколько зерен Махапрасада. И Сарвабхаума Бхаттачарья, он даже не задумавшись ни о чем, он взял прасад и принял его. И тогда Махапрабху, он начал танцевать. Сегодня я убедился, что у тебя стопроцентная вера в Махапрасад, потому что ты даже не принял омовение, даже не почистил себе зубы. Сарвабхаума Бхаттачарья был браманом. Но до этого, но он не был на самом деле брахманом, потому что Бхагаватам говорит, кто такой брахмана, если какой-то человек, который в прошлом он готовил плоть собаки, но сейчас он стал вайшнавом, то есть он изменился и стал вайшнавом. В Бхагаватам написано, тот падший, тот представитель низшей касты, свапач. Свапач — это те, кто готовит собак, едят собак. Они занимают намного высшее положение, чем когда свапач произносит Кришна нам.
До этого он питался плотью собак, но сейчас он этим не занимается, как Гухак Чандал. Я могу вам привести пример Гухак Чандала из Рамайны. Он был Чандалом. Он сжег трупы, но Рамачандра, он его принял своим другом. Чандал означает низшая каста, неприкасаемый. Но Рамачандра, он с ним, он стал его другом, он его обнимал. Сарвабхаум Бхаттачарья, он до этого, он был браманом, но он не был на самом деле браманом, потому что у него не было веры в Махапрасад, в Вайшнава, в Вишну, в Гуру, Вайшнав, никакой веры не было. Но теперь Махапрабху, он стал танцевать дома у Сарвабхаум Бхаттачарьи. Он сказал: «У тебя стопроцентная вера в Махапрасадам. Сегодня я увидел, что у тебя стопроцентная вера в Махапрасад, и поэтому я завоевал райские планеты». В шастрах написано, что когда вам предлагают Махапрасад, если вы получаете Махапрасад Джаганнат, вам нужно принять его сразу же, но, конечно же, не в Экадаши. Кто-то может сказать, можно даже в Экадаши так поступать, но сахаджи из Пури говорят, что Экадаши, оно здесь ему не следует. Я должен дать ответ на этот вопрос между делом. И существует большое сообщество сахаджи, которые думают, что Экадаши не нужно соблюдать в Джаганнат-пури, потому что в Нилачал-даме не нужно следовать. Экадаши не применяется там. Там не нужно ему следовать. В Нилачал-даме. Многие панды, многие преданные, они верят, что Махапрасад, Джаганнат, он принимает всегда прасад. И он, поэтому у нас есть Махапрасад, поэтому мы можем почитать Махапрасад. Мы не должны соблюдать Экадаши. И это вот такое неправильное понимание. Тысячи людей на сегодняшний день, они верят в том, что в Пурушоттам Даме не нужно соблюдать Экадаши. Но я вам уже объяснил, что любой поступок Махапрабху, любое действие Махапрабху — это для того, чтобы нас научить. И когда случаются такие вот непонимания, Махапрабху, он только пришел в Нилачал-дам, все началось, он спас Сарвабхаум Бхаттачарью, и кто-то пришел к Махапрабху и дал ему Махапрасад. И это было в день Экадаши, так это случилось. И Махапрабху, он взял этот Махапрасад, и он положил его в сторону. И он предложил свои поклоны Махапрасаду. Он предложил поклоны, предложил пранам. Махапрасад — это Чинмой. И он сказал: «Севаки, положи, куда, ну, отложи прасад, завтра мы, когда паран совершим, мы примем этот прасад». То есть Махапрабху посредством этой лилы, он нас учит. Махапрабху — это Верховный Господь, он Парат Паракилешвар, он не может совершить никакой ошибки. Махапрабху, он предложил почтил Махапрасад поклоном и отставил его в сторону и сказал, что завтра мы прервем наш пост этим прасадом. Когда мы прервем Экадаши, мы примем этот прасад. Джагадананда Пандит написал все подробно в Према-вивартхе. Джагадананда все написал в подробностях об этом.
Ну, не обо всем вы найдете в Чайтане Чаритамрите и в Чайтане Бхагавате. Столько много книг написано. Джагадананда Пандит описал все в подробностях. Это учение Махапрабху, Шримана Махапрабху. Махапрабху, таким образом, он стал жить в Гамбира Мандире. Махапрабху — это своего рода магнит. Преданные, они магнит. Когда Прабхупада был там, то есть он никуда не ходил. И вот Гуру Махарадж, Шридхар Махарадж никуда не особо не ходили. И тысячи преданных приходили, притянувшись как будто магнитом. И вот тысячи преданных приходило к Махапрабху. И вот тут нужно сказать один очень важный сиддханта-вичар. Махапрабху, он совершал санкиртан со своими преданными. То есть когда приходили какие-то непонятные люди извне, он не совершал санкиртан с ними. Когда он жил в Навадвипе или в Нилачале, Махапрабху совершал санкиртан, он со своими преданными. Написано в Чайтанья Чаритамрите. С теми, кто ему были очень близки, антаранга, как Рай Рамананда, Сваруп Дамодар. С ними Махапрабху, он наслаждался Апракрита Расой. Это я вам объясню попозже. Махапрабху, он пробовал Апракриту Расу не открыто, не со всеми. Это очень важно. Махапрабху никогда не наслаждался Апракритой Расой со всеми подряд. То есть он это делал с Рай Раманандой, с Сварупа Дамодаром. С Бахиранга значит, что они тоже преданные, но они антаранга значит очень близкие преданные, как Рай Рамананда, Сварупа Дамодар. С ними Махапрабху он наслаждался Апракрита Расой. Махапрабху, он явился с Радха Бхавой. Конечно же, Махапрабху не может выразить Радха Бхаву перед Адвайта Госвами. Не может. То есть не поймите неправильно. То есть они тоже все близкие, но тут все зависит от расы вичара. То есть зависит от настроения Махапрабху. В соответствии с его настроением, то есть Махапрабху, он слушал Расататви и вот плакал. Он с Рай Раманандой, Сварупа Дамодар, не с Говиндой. Говинда — это севака Махапрабху. Он занимался служением. Он не слушал все эти вещи. То есть и Махапрабху, он наслаждался этой расой с Рай Раманандой, Сварупа Дамодаром. А другие преданные, с ними он совершал намасанкиртану. И среди них было много преданных, как Вакрешар Пандит. Они также очень близки Махапрабху. И у них есть сварупа. Шивананда Сен Чампалакалата Манджари. Махапрабху, то есть он, как правило, наслаждался расы, апракрита расы с ограниченным числом людей. То есть это было такое конфиденциальное момент. Махапрабху, когда он начинал показывать признаки аштасатва бхавы, если кто-то присутствовал из, ну, извне, то есть как какой-то внешний, когда Махапрабху, он когда только, ну, не почувствовал, что вот он тут вот-вот сейчас расплачется или еще что-то, то есть он брал себя под контроль, он не выражал те же самые чувства со всеми и каждым.
Я вам буду об этом, обо всем рассказывать. Махапрабху, он всегда все контролировал. Попробуйте осознать все поступки, всю деятельность Махапрабху. Проведите ваши расследования. Все его, вся его активность, вся его деятельность — это для того, чтобы научить нас. Махапрабху, он научил нас посредством своего ачарана. Это на Бенгале. Махапрабху сказал, перед тем, как явиться, он сказал, я покажу, как нужно практиковать. Сам я буду следовать экадаши и разным видам буду совершать разное преданное служение. Таким образом, люди научатся. Поэтому Махапрабху, он на практике показал. То есть вы можете найти все в подробностях, ответы на все вопросы в деятельности Махапрабху. Будь то вопрос по поводу Махапрасада, о вайшнава этикете, о слушании харикатхи, о избежании сатсанги, то есть как давать милость королю там, и так далее. И Этат нивритто мананам мичатам куту вайам йогинам нипонирнитам харирнама нукиртанам ванчакар падурусики прасиндхи патитан панавани бхук.